Вот он мой велосипедик. Откатался он уже 5,5 лет. Первые 3 года почти каждый день и в грязь, и зимой, и летом, и весной, и в любую слякоть. Потом стал я кататься меньше. Цепь срамовская. Моделька 1031. Представляете, да? Самая бюджетная моделька. Вот так вот сейчас выглядят зубчики на звезде. Вот так вот выглядит сейчас моя кассета, убитая, приубитая. 5,5 лет, 8,5 тысяч километров. Из них 3 года просто в жесть. И она отходила, вот сейчас она даже видно, что не надевается уже на зубья. Ей уже совсем плохо. Но эта цепь 1031, самая дешевая. Сейчас она такая грязная. А в чем секрет? Почему так долго она отходила? Ничего я с ней не делал, потому что я ее не смазывал. Я ее смазывал в лучшем случае 1-2 раза в год, когда она начинала уже совсем свистеть. Конечно, она убила мне переднюю звезду, конечно, она у меня убила заднюю кассету, но 8,5 тысяч она у меня прошла. Сейчас я поменяю все это вместе и сразу. Но у меня в закромах нашлась замечательная цепь с износом всего 75%. Подгон от Васи. Хороший подгончик. Смотрим, 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 насколько моя цепь растянута на целое звено. Сейчас попробую Васину изношенную поставить и на ней еще пару лет покататься. Проскакивает цепь. Слишком уж, конечно, я ушатал. Зубья не цепляет. Вот нашел в помойке какую-то бушную звездочку. Сейчас почищу, поставлю. Я думаю, что походит она, покатается. Хотя бы еще там пару лет-то, а? Такая у нас была звездочка на 38. Труватив. Так я и укатал. Теперь у нас будет стальная звезда на 42. Главное, что она туда влезла. Переключатель, конечно, не работает, но он мне не нужен. Теперь я буду убивать те звезды, которые я еще не успел убить, хотя я убил, мне кажется, уже все. Но вроде работает. Да, конечно, переклюк натянут на отшибись. Цепь слишком короткая. Чайнлайн сейчас покажу, насколько кривой, на какой звезде мне комфортно. Но я думаю, что кататься я буду немного. То есть 42, конечно, все-таки это дофигища. Если здесь было изначально 38.